Так, показываю использование ума вместо Ютуба. Так, приспособление для выдергивания мелкой поросли деревьев. Не нужно никаких приспособлений, нужна обычная кирка. Вот, поросль срезаем до удобного размера, одеваем ее вот так вот через верх. Берем ломик и вот таким макаром выдергиваем. Опа. Вот так. С корнем. Естественно, желательно после хорошего дождичка. Вот, вырвали с корнем. Диаметр где-то вот 2 сантиметра. Ну, корни тут до 3. Вот. Вот такой корешок я вырвал легко, без применения специальных средств.